Никто не бьет в набат, не обсуждает фактическое вымирание страны и меры, которые могли бы развернуть ситуацию. Голубой экран продолжает лить органику. На многочисленных ток-шоу активно дебатируют вопросы, как там на Западе, как там на Украине, как там в Гондурасе. Простые люди заняты ежедневной проблемой выживания, а чиновникам, как в общем-то и олигархам, плевать. Плевать на все. Их семьи, дети, внуки давно за бугром. Подумаешь, Россия вымирает. На их чинушный век сырья и бюджетных денег хватит. А дальше хоть трава не расти. Честно скажу. Я даже не знаю, кому апеллировать в этой ситуации. Четко осознаю, что в России сложилась патовая ситуация, и нет никакого просвета на горизонте. Так, по числу абортов на 1000 рожденных детей наша страна обгоняет США в 2 раза. Германию более чем в 3 раза. Детская смертность в России составляет 5 случаев на 1000 рожденных, тогда как в Финляндии 1,7 случая, в целом в Евросоюзе 3. У нас на 100 браков приходится 63 развода. В Германии почти в 2 раза меньше. В Швеции 46. За последние 4 года детская бедность. Вот только представьте и вдумайтесь, о чем я вам говорю. Детская бедность в России выросла с 19 до 26%. Каждый 4-й ребенок в стране живет в нищете. Я не знаю, как у вас, а у меня комок в горле.